Необходимое зло. Как ты узнал? Твоя сделка. Такая сила всегда идет вместе с ценой. Какова твоя? Думаю, ты знаешь. Мне жаль. Это необходимое зло. Что? Что ты сделала? Эфирный нейротоксин передается при прикосновении. Видишь ли, Эдвардс учится на ошибках 47-й. И как ты сам только что продемонстрировал, грубая сила бесполезна. Это должна была быть я. Другого пути не было. Чтобы подобраться так близко. Моя семья. Я знаю, что ты сделал. После всех этих лет, я наконец знаю. Мне жаль. У тебя не было выбора. А у меня был. Провиденс использовал тебя, но я не лучше. Все, что я видел, это чистый лист. Оружие для использования. Я заверила себя, что это то, что тебе нужно. Но люди не предназначены для контроля. Это милосердие. Прощай, агент. Are you still here? Ты еще здесь? Still все еще цепляешься за свою самооценку? Агент 47. Высший хищник. Всегда скрывающийся за заголовками. Совершенство, ставшее само по себе оправданием. Или умышленное отвлечение внимания. Стена, построенная из контрактов. Чтобы защитить тебя от неудобной истины. Ты именно тот инструмент, каким они тебя создали. Великолепный образец. Как ты можешь вообще действовать по-своему? У тебя имени-то не было. Пока я тебе его не дала. Это он. Бёрнвуд не перестает меня удивлять. Ты действительно уникальный индивид. И надо думать, она хотела бы, чтобы я тебя устранил. Но, к счастью для тебя, я никогда не выбрасываю ничего полезного. Подготовьте сыворотку. Забывать это не так уж и плохо. Ты это уже проходил. Что он делает? Он все еще смотрит на нас? Боюсь, что так. Несчастный овощ никак не поймет, что его время прошло. Возможно, мне стоит отвезти его в лес и бросить его там. Но это классика. Он был верным инструментом. Но со временем приходит негодность все. Не могу не согласиться. Ты закончил? Токсины играют внутри твоих кошмаров. Не позволяй им. Пойдем. Проветрим тебе голову. Она хотела, чтобы я умер. У нее было на это полное право. После того, что мы сделали. Но это не то, что происходит на самом деле. Она выбрала силу. В конце она оказалась такой же, как и они.
Нет. Она нашла способ обернуть искусность Эдвардса против него. Остальное за тобой. Я не знаю как. Ты знаешь. Диана. Иду. Как только ты устранишь Эдвардса, я разберу Провиденс по кирпичику. И все будет кончено. Все, что тебе необходимо, это принять прошлое.
Where are we supposed to be exactly? Ukraine? Well, it's the same. Thank you.
Central? Nothing. Just a damn waste of time. Stand it down. Я полагаю, нет смысла звать на помощь? Да. Похоже, я сам навлек это на себя. Отличный ход, мисс Бернут. Ты действительно думаешь, что она способна противостоять всей этой силе? Люди устроены по-другому. Она отвергает силу, а не ответственность. Благородная идея. Но, пожалуйста, вернись ко мне в реальный мир. Я думаю, ты уже знаешь, что это. Почему просто не забрать ее? Прими того, кем ты всегда должен был быть. Нет. Больше никогда. Что ж, я попытался. Тогда вперед. Делай дело. По крайней мере, я умру, зная, кто я такой. Новая сделка. Очередная отставка на мировом финансовом уровне продолжается. Гендиректор Милтон Фицпатрик Александр Фанин присоединился к президенту Хамсу Нойл, основателю Quantum Leap, к Тиму Квину, а также множеству ушедших за последний месяц по, цитирую, личным причинам. Мистическая тенденция... Год спустя. Много воды утекло, агент 47. Я теперь не тот, кто прежде. Соглашению конец. Прошлое. Мертво. И все же ты пришел. Я выбрал этот путь, потому что могу. Всегда будут такие, как они. Поэтому всегда будут такие, как мы. Неприкосновенных нет. Я рад возвращению.